Поговаривают, что Шарпея от Шекспира отличить мы не можем. Доказывать мы, конечно, ничего никому не собираемся, но спорить с вами нам никто не запрещал. И дабы смыть с себя необразованность и миф, покажем мы Шекспира, но на свой мотив. Джульетта, милая Джульетта. Эй! Привет, Меркуцио. Здорово, Ромаха, чё творишь отнюдь? Да вот хочу Джульетту я позвать. 3 часа ночи, и чем же ты собрался деваху удивлять? 7 классов клавесина за моей спиной. Клавесин? Чё за таблетки, я не слышал. Побойся Бога. Я образно сказал. На сегодня моя цель Джульетта, и удивить её, мой друг, вот это. Я копаюсь на помойке, как червяк! Что ты гонишь? У нас на районе не звонят, а звонят, стены все в баллоне. Ромео, что ты гонишь? Джульетта, как давно мы тебя ждали. Блин, все-таки Настю мы позвали. Ромео, милый мой Ромео. Я слова забыла. Твой голос так певуч, что слов не разобрать. А ну попробуй хоть что-то в рифму нам сказать. В рифму. Любовь ушла, а я пришла. И оторвала голову нам. Чумачичая весна, и нам не до сна. Сказал, я тоже в Лиге смеха. У-ху! Классно! Антракт. А я говорил тебе. А где сценарий? Дайте сценарий. Дай. Настя, ты чё? Повтори. Жень, принеси воды. Мне не поможет, это у меня паника. Прости меня, пожалуйста, мне так стыдно. Я все время забываю слова. Настя, все нормально, успокойся. Давай по сценарию, хорошо? Может, отменим? Ну как-то познавастенько, Настя. Тем более, мы же пацанячая команда. Ну кто, кроме тебя, еще осмелится платье женское надеть, Настя? Ромео, милый мой Ромео, ну наконец настал мой звездный час. Ой. Как правильно пользоваться этим кондиционером? Коваль, стань на место. Я не Коваль, я Джульетта. Какая ты Джульетта, ты максимум Лариса. Я яблоня. А значит, я актриса. Настя, вот давай вот просто по произведению, хорошо? Угу. Ты же Шекспира читала? Ну да, я там в школе проходила, но я детали не помню. Что? Детали она не помнит. А говоришь, детали ты не помнишь? Тогда продолжим. Разденемся, Джульетта. Приляжем на траву. А это точно по Шекспиру? Да я тебе говорю, ты просто много там деталей пропустила. Ну, так что же делать? Ну, для начала чмакни мне в щеку. А это точно было? Да было, было. О, и меня. Я сейчас секу. Ага. Стой! Он тебя не знает. Его ты избегай, а я знаком с тобой от чунтры-чичунтры до бумбай, диги-диги. Бай-бай? Бай-бай, да. Джульетта, Ромео твой не дружит с головой, ведь по сценарию он выпьет яду. А вот это я помню.
Ну, а потом уединимся мы с тобою. И что ты хочешь этим мне сказать? Зачем же ждать? Давай в кровать! Постой, Меркуцио, постой! Понял или не понял? Вот в чем вопрос. Братан, но это немного не та тема. Понял, не вопрос. Это был Гамлет. В руках держал он Йорика видение. Я знаю наизусть это произведение. Я знаю химию, два языка, даже законы Ома. Тогда ответь мне на вопрос. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Что позволяешь ты себе, мальчишка? Иди отсюда, латексный воришка! Мадам, за вас я положу любого! Сейчас, две минуты и конец. А, нашел чем хвастаться и нет. Иди сюда, скотина. Оу. Да успокойся, закомплексована ты, тына. Привет, Жульетта, Настя, я твой брат, как дела? Давай же скрестимся устами мы с тобою. Коляда, ты же брат мой, Тибальт, и я являюсь вам сестрою. Такие были в те года законы, вроде. Читал он классика в другом, блин, переводе. Сейчас пойду я за тебя всем рожи бить. Ну что, как будем тёлочку делить? Я умён. А я физически силен. А я романтик, я буду с ней и в солнце, и в дожди. Ничего, что я все слышу. Да подожди! Делить ее нам по-мужски сейчас надо. Давайте! Камень, ножницы, бумага. Да. А может, по сценарию продолжим? А то Шекспир уже в гробу 100 раз перевернулся. Просторный гроб. Живут же люди. А, какой гроб? Какие люди? Какие люди? Какие люди в Голливуде? А, тихо, стоп, уже достало. Желание ваше поняла в основе. А можно обратиться к Вове? Вова, скажи, зачем я на это согласилась, а? Ага, взяла 5000 евро и диком разлезила. Что? А ну-ка повтори. Окей, взяла не 5, а 3. Вова! Харе, окстись! Вы что, все на это повелись? Вы думали, Шекспира я не читала? Вы думали, Ромео и Джульетту я провтыкала? Уходишь ты? Чё? Уходишь ты? Еще не рассвело. Нас оглушил не жаворонка голос, а пенье соловья. Он по ночам поет вон там, на стволе кипариса. Поверь, мой милый, это соловей. Есть повести печали на свете, но это уж, поверьте, не об этом. Любовь — это когда в глазах сияют вспышки, а по телу не мурашки, а пырышки — пупырышки. Зайка, Настя Каменских, живите классику, читайте классику. Йоу! Зайка! Сначала здорово. Сразу хотелось бы начать с претензий. А чё, как каменный век, так сразу Зайенька? Мы что там, допотопные какие-то, я не знаю, или недоразвитые? Пацаны! Или не такие, как все? Может, мы в другом веке же... Пацаны! Ну вот же, ну... Ну это зажигалка! Ну зажигалка!
Вы что, зажигалка бы? Понятно. Все, 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 все. Так вот. Слышь, братан, понял? Каменный век, законов нет, понял? Пошли травы покурим. Пана? Пацаны! Зажигалку возьмите, вы же гоните. Да мы шутим, нормальные мы люди, вы что? Вы думаете, мы не знаем, что Дарвин Землю там создал? Или, ну, по теории революции, или что, я не понимаю. Не верите, пацаны, ну покажите. О! Коваль! 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 Да что, Коваль, я и так уже одноклеточная, задолбали. О, Лена, привет. Что там у хохлов? О, я забыл, что ты тут делаешь? Что я здесь делаю? Угу. Димочка, это что ты здесь делаешь? Я вообще-то должна была неожиданно появиться. Так неожиданно и появишься. Ой. Леночка, мазоночка наша, давай к нам, ну! Трусик. А? А я в этой шкуре не выйду. Чё? Потому что у Коваля такая же. Вообще-то у меня М-ка. У тебя М-ка? В смысле? М, мамонт. Да давайте сюда! Я тебя предупреждал, ты попал. Нет, нет, стоп! Русик, стой, пожалуйста, не надо бить людей, это каменный век. Сейчас Коляда люлей прям в тему получит. Руслан! Спокойно, пожалуйста, можешь один раз со мной поговорить? Вот послушай меня, хорошо? Ну, я прошу тебя. Ах, потеряйся! Я... Я говорю, потеряйся! Русик, вот можете мне ответить на один вопрос? Почему мы все в шкурах? Я в шкурах. Вот почему мы все в шкурах? Каменный век тема. Шкуры напялили, а что? Ну и что? Мальчики, ну нельзя же так примитивно мыслить. Каменный век значит шкуры. Ну что ж вы так все в лоб воспринимаете, а? Ну можно же было как-то обозначить. Можно же было как-то вот, ну вот как Коломойский православную церковь вот так вот обойти. Ну вот так вот немножечко. Ну, ребят, я не понимаю. Ну все течет, все меняется. Да ну... нифига не меняется, Лена. Вот, внимание. Вождь племени Майя вызывает дождь. Уга-чака, 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 уга-уга. Ничего не напоминает, нет? А теперь то же самое, только с музыкой. Ушел в отрыв. Все хорошо, да. Весело, забавно, только это все не то, ребят. Слышь, братан, понял, я не понял. А это вообще мадемуазель нам что-то листает за то, что уже с нами третий раз по телеку светится? Ребят, вы сейчас не поняли, поняли? Ой, извините, пожалуйста, они нормальные, правда. Ну, с ними все в порядке. Надо просто с ними вот подружиться, немного приручить. И вскоре вы начнете их понимать. Я вот с ребятами уже 3 месяца, и за это недолгое время выучила их язык, да. Даже составила словарь реального языка. Руслан, иди, ага. иди. Здорово. Урок первый, слова. Слышь! У вас возник ко мне вопрос? Слышь. В смысле? Слышь. В смысле? Пожалуйста. Воу! Девушка, можно вас на секундочку? Воу! Девушка, можно вас на секундочку? Воу! Такси.
Ля. Обратите внимание. Ля. Обратите внимание, пожалуйста. Забавно. Очень забавно. Восторг. Да короче. Урок окончен, спасибо. Вот видите, они такие же, как мы, и практически ничем не отличаются от обычных. Санька, ну привет. Здрасте. Значит, запоминайте, с этого момента никто никогда не бьет Коляду. Наконец-то! Слышь, я не понял. Ай, понял. Спасибо, папа! Не папкой. То есть получается, если он его папа, то Коляда не Коляда, а Иисус! Андрюх, ты что говоришь? Перестань! Прости, перестань. Господи! Он не в ту сторону, прости, Андрюха! Перестали, стали, стали! Сколько нас человек в команде? Ну, 12! Несите стол! Ну что, Homo sapiens, продолжим наше путешествие по каменному веку. И следующая наша остановка в Советском Союзе. Ну, потому что в СССР в клубах, ну, по сравнению с нашими, с современными, это был вообще палеолит. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ. Товарищ бармен, сделайте, пожалуйста, моей подруге коктейль «Супружеский долг на пляже». Как-то летом на рассвете согрелся осенний сад, как смотрят одна банка, собирая виноград. Я бледнею, я краснею, захотел вдруг сказать: станем над рекою Сокиленье встречать. Растут ряды зеленых цветов, я влюбленный и смущенный пред тобой. Лен зеленый, как лен пудрявый, да растут ряды весной. Растут ряды зеленых цветов, я влюбленный да и смущенный пред тобой. Супружеский долг на пляже, товарищ. Спасибо. Спасибо. А можно нам теперь еще и кальян? Как-то летом на рассвете заглянул соседний сад. Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотел вдруг сказать: стал над рекою соки летние встречат. Растут ряды зеленый и цветной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Зеленый. Спасибо вам. Класс. Супер. Скажите, а у вас есть караоке? Нет. Ой, мальчики, ну что, мы с вами многое прошли, да? Помните, вот начинали гопники, спортивные костюмы, сегодня уже следующий уровень, каменный век, да? Ну вот, как-то эволюционируем. Молодцы, молодцы. И для того, чтобы помочь вам развиваться дальше, я решила вам кое-что подарить. Ой, я так волнуюсь, ну ладно, заносите, пожалуйста.
Ну, класс. Я просто очень долго думала, что же вам подарить. И вот решила, это вам, ребята. Так а нафига нам гладильная доска? Ага. Ну что, Виталичек, ну какая гладильная доска? Вы не поняли? Ну ты что? Оп! Ну? Так а нафига нам гладильная доска? Ага. Ребят, ну вы что, ну зачем? Ну какая же гладильная доска? Ну это же, ну, ребят, музыка. О, это баянина! Да что вы делаете? Боже, успокойтесь! Да что ж это такое? Учишь, душу вас вкладываешь, а вы плюете в нее все время. Я не хочу больше ничем с вами заниматься, потому что вы вот какими вот такими вот деревянными, каменный век, вот какими были, вот такими вы... Я остаюсь... Заинька, мы не только замечательно выглядим. Но и шикарно звучим. Ага. Руку убери. Да пошутила я. Да ладно.